Что же касается вторая часть вашего вопроса. Украина. Да. Ну, вы, конечно, помните, вот я просто это как-то воспринимаю немножко комично. 12-секундный полет Челябинского метеорита. Вы помните этот случай, да, 2 года назад? Он был всего 12 секунд. Десятки тысяч людей сняли его на свои гаджеты и выложили в социальные сети. Но почему, я задаю себе сам вопрос, почему за 1.5 года никто не мог снять действующую, движущуюся по Украине со стороны России колонну танков? Пане Юрію, продовжимо. 200 тысяч российских войск и всего прочего. Пане Юрію, продовжимо за мить, у нас термінове включення. Будь ласка. Любов Добровольська спілкується і дізнається про ситуацію в зоні АТО.